Я живу в Ижевске уже примерно год. Вот, работаю на заводе Калашников. Чем нравится город? Ну, он вроде как бы не совсем не сказать, что он такой прям мегаполис-мегаполис, но вот какой-то он уютный, что ли, для меня. На набережной мне очень нравится, то есть мне нравится на центральной площади, вот нравится вот архитектура некоторых улиц, то есть где я могу идти и просто вот, ну не знаю, на здание смотреть. Я как бы всегда хотела жить на Новоижевске, потому что действительно он мне нравится, он для меня. Купили вроде билеты в эти простом киоске, жилищная лотерея, там русская лото, ну вот выиграл вот этот билет жилищной лотереи. Покупали на последние деньги. Вот прямо реально оставалось последние 500 рублей, наверное, день, когда был розыгрыш как раз-таки. То есть у меня муж сидел, записывал, переписывал номера. Я спала. Потом он ушел в магазин, ну как бы понял, что что-то выиграл. Я просыпаюсь, билеты лежат на ноутбуке, я думаю, надо проверить. Проверяю и такое смотрю, хлоп, и думаю, 1200. Потом смотрю, думаю, ой, а что-то не то. Ну, как, не верилось. Пришел муж, и я говорю, ну что? Я говорю, мы с тобой миллионеры. Никогда не думала то, что вроде покупаешь билет за 100 рублей, а в ответ тебе выигрыш 1 200 000. Весь выигрыш, он ушел на мечту. То есть у меня была мечта машина. Вот купили автомобиль. Так как я жила в Зеленодольске на тот момент, то есть постоянно вот эти вот на поезде ездить туда-обратно, а я очень часто ездила сюда, в Удмуртию именно. Думала то, что нужна машина, так как она дает какие-то, не знаю, может, крылья, что ли. Вторая мечта у меня, чтобы в моей семье появились дети. Вот, поэтому сейчас вот идет вот подготовка к процедуре ЭКО. Вообще считаю то, что вот такие лотереи не нужны, потому что, ну, вообще, вот если сейчас посмотреть, то есть у нас многие очень, они перестали верить во что-то. Конечно, все были рады. Мне даже мама говорила, Дана, она, ты заслужила эти деньги. Мама была прям поддержкой. Следила за тем, чтобы я не потеряла там рассудок от этого, от нечаянно свалившихся денег. Просто рада была за нее, что выиграла. Пожелала ей всего удачи, всего хорошего. Но рассчиталась за машину. Меня возила на огород и все. Так что вот мы довольны. Я сама играю каждое воскресенье. Хотелось бы всем пожелать, играйте, выигрывайте, обязательно выиграйте. Пусть не сейчас, пусть когда-нибудь, но этот день настанет.